Нет, я сейчас снимаю видео. Ну что, мы движемся. Куда мы едем? Мы едем в город Чикаго загружать две снегоуборочные машины. Нам осталось примерно 30-35 минут езды. Но если так долго будут продолжать гореть красные светофоры, то наш маршрут может тоже быть. Подожди, я покажу красный светофор, вот. С потолка покажу. Да, могу даже прыгнуть отсюда. Вот сейчас он переключится. Что-то я не вижу как следует. Что-то размазанное как. Вот Андрей у нас водитель сегодня. Водитель трака Manual Volvo. Ты опять куда-то спешишь? Да? Да. Нормально едем. Лимит 45, 50. Вот можно заказать пиццу Pizza Domino по интернету. Давай закажем пиццу по интернету, и они привезут ее 5-6 миль туда. В Нью-Йорк. Что мы загрузили? Вот. Смотри, мне показывают сюда, вот прямо. И мне прямо показывают. Блин, похуй, блин. Давай езжай прямо. Давай. А сколько миль тебя показывают? 36. Тебе? 37. О, видишь? Да, ну, можем поехать вот 120-я ЮЭСка. Мы сзади возим, ну, почти пустые, только 8000 паундов. Большая шестеренка. Только большая шестеренка. Опустись, можешь пустить свет? А, о, отлично. Да, у меня выросли 3 минуты. А, что? У меня было 7.12, сейчас 7.16, 4 минуты дальше. У меня 7.11. О, немного construction. О, машинка делает хайвей бетонный на встречке. Сколько мне снимать? Мне показывает, что у меня сейчас 1 гигабайт, а свободное место, сколько у меня, на этом телефоне у меня 60 гигабайт свободно. А есть сим-карта? Ну я сим-карта, да. Нет, SD-карта. Ну, SD. SD-карта, не знаю, не помню. 60 для него многовато. Без вот 60 показывает, 61. А файл?
которую я снимаю, это 1000 сейчас. Это 1000 метров? Нету. О, нет. Какие 1000 метров? Мегабайт. Я понял. Я останавливаю. Стоп.